Всем привет! Ребята, я хочу вам представить свои рабочие машины, самосвал и автокран. Мы приехали на станцию разгружать вагон. Смотри, какой у меня красивый самосвал. У него есть кузов. В нем легко возить сыпучие материалы или инструменты, строительные материалы, многое другое. А есть автокран. С помощью автокрана можно в кузов самосвала грузить очень тяжелые предметы. Своей большой стрелой он достает очень высоко. Стрела эта вращается. Силы у автокрана очень много. А сейчас мы будем разгружать вагоны. Нам нужно доставить 3 киндер-сюрприза владельцам. Автокран приступает за первый киндер-сюрприз. Захватывает его своим крюком и грузит в кузов самосвала. Готово! Самосвал может вести первый киндер-сюрприз. Выгружаем первому владельцу. Ну, наконец-то мой киндер-сюрприз прибыл. Спасибо тебе, самосвал, за доставку. Сейчас будем лакомиться. А мы продолжаем разгрузку. И автокран едет за вторым сюрпризом. Грузим его в кузов самосвала. Поехали! Привез он его Маше. Держи, Маша, киндер-сюрприз. Ой, спасибо, самосвал. Давно я его жду. Там игрушка должна быть интересная. А мы разгружаем последний киндер-сюрприз. Загружаем на самосвал. Поехали! Третий сюрприз достался Пеппе. Ой, мое лакомство и игрушка! Спасибо тебе, самосвал! Строительные машины справились со своей задачей. А мы давайте откроем сюрприз. Посмотрим, что же там внутри. Ой, здесь тоже маленький грузовик. Мусоровоз. А тут у нас лакомство. Скажу я вам, очень вкусное. А вот и маленький мусоровоз цветной. Откроем еще сюрприз. Тут у нас оранжевая машинка. Ложечка для лакомства. Машинка, конечно, странная. Но какая есть. И все тоже лакомство. Машинка оранжевая. Смотрим, что же достанется нам в третьем сюрпризе. А тут у нас грейдер. Такой разноцветный, смешной.
такой на дороге встретишь, улыбка точно будет на твоем лице. Вот такая вот техника помогает мне работать. Незаменимая. Может погрузить и развести любые грузы.